Его жетон тоже оставил он нам, у нас, когда он сказал, единственный сын, говорит, матери я. Он половину за Жорчой был здесь, взорвал батаир, огнем он к нам побежал отсюда туда. Мы его раздевали, приодели и помогли, врача вызвали. Кто-то сказал боевикам, что у них спрятан русский солдат. Потом зашли к нам 15 боевиков и взяли этого русского солдата оттуда. Он мне говорит, что они будут со мной делать. Сынок, я не могу, говорю, тебе помочь, не знаю, что они будут делать. А мне сказали они, это менять будем, говорю, своим боевикам, это русский солдат, менять будем. Оказывается, они взяли и здесь резать. Когда они их резать начали, оказывается, вот отсюда побежал, вон на поляне есть два дерева, один маленький, один большой. Туда добежал один солдат и стреляли его там. Когда он умерший там лежит, я пошла туда, хотели это вороны, чтобы не кушали, его лицо закрыть. Они там охраняли, стрелять буду, говорит, если подойдешь туда. Мне обидно, что до конца я не смогла этого солдата спас, им помогать. Мне очень обидно. Пусть извинит их родители нас. Мы не в силах были помогать им. На видеопленке видно, что солдаты совсем молодые ребята, срочники. Им по 18-19 лет. Они истекают кровью, захлебываются. Другие, связанные, обреченно ждут своего часа. А палачи радостно улыбаются, улюлюкают. Процесс доставляет им удовольствие. Люли, чужим деткам дули-дули.